Создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей Подмосковья – главная задача Государственной жилищной инспекции Московской области. Под ее контролем 54 тысячи многоквартирных домов, свыше 220 миллионов квадратных метров жилья, в которых проживает более 7,5 миллионов человек. Структура была создана 15 лет назад. На юбилее в Доме правительства побывала и наша съемочная группа. 19 ноября 2003 года постановлением правительства Московской области было учреждено новое ведомство – Государственная жилищная инспекция. На юбилей в Доме правительства сотрудники госоргана подводили итоги работы и награждали лучших. По меркам человеческого возраста 15 лет – возраст небольшой, но как госорган я скажу, что мы уже состоялись как такое полноценное надзорное ведомство. За 15 лет был большой путь пройден. Значит, все начиналось, еще раз повторюсь, 19 ноября, да, 15 лет назад. Первый штат госжилинспекции был порядка 50 человек. Сегодня инспекторов почти 300. Они контролируют все, что связано с соблюдением лицензионных условий управляющих компаний и требований жилищного законодательства. Кстати, со следующего года ведомство будет проверять качество оказания коммунальных услуг, в частности, вывоз твердых коммунальных отходов. Современный жилой дом, это я бы назвал такой, знаете, живой организм, да, потому что 21 век на дворе, у нас уже не просто коробка из бетона, а это сложные инженерные коммуникации, инженерные конструкции, которые нужно соблюдать и эксплуатировать определенными требованиями. Поэтому на сегодня инспекция наша, это не просто инспектор с блокнотом и с ручкой, но сегодня сотрудники инспекции вооружены современными приборами. Это и тепловизоры, анемометры, квадрокоптер. Сегодня инспектор госжилинспекции – это универсальный солдат. Он же инженер, юрист, экономист и психолог. На территории Серпухова располагается отдел номер 8. По словам заместителя главы администрации Романа Рязанцева, городская власть плотно взаимодействует с областным госорганом. Мы как администрация, конечно же, оцениваем уровень работы госжилинспекции на отлично. Все возникающие вопросы и от жителей, и от администрации решаются оперативно, в сжатые сроки. Также возникают, когда возникают какие-то определенные моменты или какие-то спорные моменты, госжилинспекция нам помогает в рамках своей компетенции. Рязанцев подчеркивает, с каждым днем жалоб от жителей становится все меньше, а это показатель плодотворной и качественной работы. Поздравить с юбилеем коллег приехала и главный государственный жилищный инспектор Республики Крым Юлия Жукова. Она рассказала, что с Московской областью работают в тесном сотрудничестве и пока перенимают опыт. Крым – это достаточно молодой, вновь сформировавшийся орган. Мы не такие опытные, не такие знающие, не такие грамотные, поэтому мы пока перенимаем передовую. Рассматриваем различные ситуации, которые возникают у наших собственников помещений МКД, связанные с оказанием жилищных услуг, с оказанием коммунальных услуг, с правильностью начисления, с работой фонда капитального ремонта. В рамках празднования состоялось награждение. Лучших пригласили на сцену и вручили грамоты и награды разных достоинств. Среди них и заведующий территориальным отделом номер 8 Дмитрий Тикнов из Серпухова. Благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева инспектору вручил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Храмушин.